володарка 13-ти премій Греммі, американська джазова співачка Елла Фіджеральд – одна з найкращих вокалісток в історії джазу. Саме про неї газети писали. Вона може заспівати навіть телефонний довідник. Залишимо цю справу брюнетці. Наші блондинки оспівують виключно свою красу та розум. Адже ви дивитесь новий канал. Моє ім'я Андрій Даванський, і ми починаємо найкрасивіше шоу «Хто проти блондинок?». Блондинкой невозможно стать. Блондинкой можно только родиться. У меня даже есть знакомые брюнетки, которые ведут себя, тем не менее, как настоящие блондинки. И вот мы все время здесь, в этой программе, пытаемся изучить этот волшебный и удивительный мир. И нам никак не удается довести эту теорию до самого конца. Каждые выходные мы ставим четкий научный эксперимент, для которого нам требуется 50 блондинок и один единственный мужчина. Мужчина-тестер, мужчина-инструмент – это наш герой. Сегодня им становится актер и телеведущий Евгений Стычкин! Евгений Стычкин, актер театра и кино. О сцене никогда не мечтал. В школе по собственному признанию учился из рук вон плохо, еле-еле переходил из класса в класс. Актер одного амплуа – это не про Евгения. Он легко может сыграть и комического персонажа, и влюбленного романтика, увлекается автомобилями, увлекается путешествиями и, чуть не сказал, сводничеством, садоводничеством увлекается Евгений. Евгений, ближе ко мне. Ага. Не бойтесь, ничего страшного нет. Женя, ну вот столько ролей уже сзади. И театр, и кино, и телевизионные программы. Скажи, каких из своих работ ты максимально близко приближался к волшебному и удивительному миру блондинок? У меня был такой проект, назывался он «Холостяки». Так. Ну и в течение 24 серий 4 товарища или соблазняли, или наоборот были жертвой соблазнения разных барышней, конечно, блондинок в том числе, поэтому, может быть, это самое плотное. Холостяки. Да. Да, прекрасно. Ответ получен. И если тебе впредь будут задавать подобный вопрос, ты знаешь, как на него отвечать, потому что сейчас ты участвуешь в программе, которая называется «Кто против блондинок?» И общее их число 50. Наши 50 блондинок! Шумовой оркестр аргентинского украинского танго. Евгений, я не понял, где ваша дирижерская палочка? Вы захватили ее с собой? А я могу капитулировать сразу? Уже поздно. Я в гримерке обмазал ваши кеды жидким клеем, жидкими гвоздями. Вы сейчас корнями прорастете в родючую украинскую землю. Помню, что ты режиссер, ты руководишь оркестром. Я только не могу понять, почему ты пришел сюда без фрака. А я не знал, что оркестр. А ты не знал, что это оркестр. Кто захватил фраг, подумал, о Жене Стычкине? Я. Васенька! Ну, конечно, я же единственная представительница России на этой игре. Я не могу русские своих не бросать. Ты знала, что русские приходят без фрака на репетицию оркестра, да, женского? Нет, я просто должна ему, просто обязана ему помочь в этой игре. Но это единственная будет помощь для Жени, это вот этот вот фраг. Хорошо. Девочки, передайте. Передавайте фраг своей девчонке. Женя, сходите вот здесь. Конечно, сходи, забери. Поухаживайте за дирижером, девушки, пожалуйста. Наденьте. Спасибо. Настенька, давай. Ах, какая красивая. Да прямо с вешалкой и надо было, чего уж там. Для широты, так сказать. Для отвата. Спасибо. Номер 10. Наталка! Привіт-привіт! Традиційно риторичне запитання. Для чого блондинці голова? Не тільки для того, щоб трималися такі золоті локони, оскільки в моїй ситуації я співачка, в одній руці мікрофон, іншу я все ж таки підтримую форму локонів. А голова для того, щоб давати правильні відповіді, а ще, щоб давати ритм і так прекрасному оркестру блондинок. Отак. Спасибо, несмотря на то, что я переводил, все равно ничего не понятно, Наташенька. Здесь находится 49 исполнительниц. Здесь не хватает в этом оркестре только одной. Конечно же, примы. Но в нашей программе, как и в известном фильме, где существовал рояль в кустах. Поэтому я ни на секундочку не сомневаюсь, что сейчас на этом рояле на сцену въедет в 8-й ряд наша
топ-блондинка. Простая такая себе украинская супер-блондинка. Оля Полякова? Да! Оля Полякова! Растянем меха! Да, Полякова? Знаете, я думаю, что все знают, что в программе «Только правда» я отказалась от своего выигрыша в пользу нас всех, девочки, чтобы нас здесь снимали, чтобы мы здесь играли. Женечка, да. Мы с удовольствием вам сегодня поиграем, если вы нам проиграете. А, вот оно как. Ура! Поддержите же. Ура! Оля Полякова же говорит. Ну что, красные мои красивые, давайте расскажем Жене, что это в первую очередь не совсем репетиция оркестра, несмотря на ваш серьезный настрой, а интеллектуальное шоу. Ой, сразу все такие, интеллектуальное шоу. Да, мало того, каждый ряд имеет свою стоимость. Ну, извините, это правило. 100, 200, 300, 400, 500, 600 и 700 гривен соответственно. Жень, в первом раунде ты накапливаешь свой джекпот благодаря неправильным ответам девчонок и благодаря своим правильным ответам. Добираешься до восьмого ряда, там находится мадам Полякова, а с ней ты имеешь возможность увеличить свой джекпот вдвое. И вот в первом раунде джекпот каким-то образом собрался, накопился. Красиво переходим во второй раунд. В нем ты начинаешь уже сражаться за свой джекпот. И сражение происходит до тех пор, пока во втором раунде против тебя не останется три блондинки. Как только это произойдет, я начинаю тебе предлагать поучаствовать в суперигре, в которой можно стать счастливым обладателем 50 тысяч гривен. Но... Как правильно говорит Женя, у каждого Абрама своя программа, у каждого Додика своя методика. И согласно нашей методике мы начинаем игру с того, что в первый ряд участниц выходят первый ряд участниц, стоимость которого 100 гривен. Прошу вас! Так, ну знакомимся поближе. Номер 47. Мята, привет. Ну привет. Куда ты такая небольшая, с таким огромным инструментом, который называется бандура? Что это за намеки? Ты знаешь, Андрей, вот в детстве я на самом деле была ребенок-оркестр. Я играла на фортепиано, на скрипке, на бандуре. Более того, меня преподаватели готовили в консерваторию и думали, что я стану великой бандуристкой. Но этого не случилось. Нет, ты такая компактная достаточно бандуристка. Великая ты стала, слава богу. И плюс у меня еще была своя техника игры на бандуре. Кстати, преподаватель, когда она это увидела, по-моему, то ли на восьмом, то ли на девятом вообще году обучения... Да, она когда увидела, что я играю одним третьим пальцем, она была просто в шоке. Она попыталась меня переучить, но этого так и не случилось. После этого я просто ушла петь. Спасибо, Мята, за этот длинный рассказ. И единственное, что Женя понял, что ты живешь сейчас одна. В одном огромном номере, просто не с кем поговорить. Не с кем. Открываю окно, но это Женя, наш последний, я говорю, кто не слышит. На русском языке. Да, нет, я все прекрасно понимаю, великолепно. Вы а Мята, это... Вы просто в шоке от меня, да? Да, нет, Мята, это имя такое... Да, это распространенное украинское имя. А, Мята, ну конечно, я как мы... Номер 45. Я не понимаю, с чем вы-то сюда пришли, Ой, стоматолог это Марина. Мой профессиональный музыкальный инструмент. Да? Он издает шокирующие, жужжащие звуки, которые вот трогают струны любой души. И, между прочим, абсолютно все пытаются мне подпевать. Там либо «а-а-а», либо «хватит». Да, привыкла к тому, что мужики перед ней слезы. И она там периодически попадает в тональность. В общем, Жень, вы понимаете, они сюда выходят для того, чтобы шуметь и угрожать. Угу. Угрожать и шуметь. Но с ними расправляться очень легко. У нас есть замечательный инструмент, который называется вот этот черный ящик. Сейчас на нем появляется 10 категорий. Нужно выбрать одну из 10, и они начнут таять просто как снежные бабы по весне. Есть религия, животные, персоны, химия, кулинария, факты, цитаты, кино, традиции и история. Угу. Ну, Ну, я разговариваю с женщиной, давайте поговорим о чем? О чем? О женщине. О кулинарии, может быть, мне что-нибудь приготовить. Хорошо. Сразу же, да? Это очень хорошо. Я не знаю. Внимание, тишина. Вопрос в категории кулинария. Что тут у нас? Ех. Из листьев какого растения изготавливают напиток тархун? Шафран, фенхель, эстрагон, лавр. Так. Так, нет, подожди. Шафран, наверное, точно нет, потому что он такой красненький, а тархун зелененький. Зелененький. Фенхель, слушай, фенхель — это как укропная вода. Это да, младенцам дают... В качестве укрепляющего.
Или наоборот. Или наоборот, но ну, все у них так налаживается, чтобы колик не было. Таркун да. Вряд ли из этого делается. Лавр? Нет, лавр – это лавровый венок, это или, там, суп положить. Покидать. Тоже нет. Остался эстрагон? Угу. Ну так, путем вычитания, исключения. Наверное, эстрагон? Куда я должен говорить? А тебе я должен говорить? Мне, и, в меня, говори в меня. Эстрагон. Эстрагон, говорю им. Я принимаю ответ эстрагон. Эстрагон. Итак, Евгений Стычкин почему-то решил сварить тархун из эстрагона. И этот ответ мы наказываем зеленым цветом тархуна. Правильный ответ! Правильный ответ! Бывает красный? Да, бывает красный, когда ты отвечаешь неправильно. Да. Итак, мои милые участницы красного цвета, кому-то из вас в качестве дополнительного аксессуара я могу предложить только красный крестик. А именно, всем из вас, всему первому ряду! Как стыдно, как неудобно приехал человек из России, наш гость. Опозорили. И вот так вот взять и сесть в лужу, взять настолько фальшивые ноты. Я с восторгом буду пить в вашем исполнении тархун из шафрана, из любых корешков. Не расстраивайтесь, ну ничего там что делать. Уйди, сыграйте что-нибудь не с этим, поднимая одним пальцем глаз. На прощание. Пойди прочь, прочь. Женя, помимо того, что мне стыдно, мне еще и не жалко денег для тебя. Так. Только что, поскольку нас покинуло 7 блондинок, мы умножаем 7 на стоимость ряда на 100 гривен и понимаем, что у тебя уже скопился джекпот 700 гривен. Ну... Ты, конечно, как гражданин Российской Федерации, не знаешь, что это, много ли, хорошо это. Нет? Есть числа, которые звучат еще лучше. Ого. И услышать нам их поможет второй ряд наших участниц, стоимость которого 200 гривен. Прошу вас. Хорошо, что без коня, я скажу тебе, три губова, номер 42. Ты ну, пришлось... Потому что да, я сегодня из 7-го ряда доскакала до 2-го, это банджи-джампинг. Банджи-джампинг. Молодец, Дашулька. Где твои ковбои? Расскажи, почему ты сегодня... Да зачем мне ковбои? Мне ковбои не нужны. Ты готова что-то изобразить нам с помощью банджо? You ask. А, ну. Каждый вечер в подземном переходе, со скромно наброшенной вуалькой или в широкополой ковбойской шляпе, теперь я знаю. Да, за 200 гривен. Да, 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 в чехол. Спасибо, Дашенька, мила. Номер 39. Я так понимаю, что вы вообще не из этой программы, вы просто шли сдавать бутылки, да? Нет, нет, а я что? Вообще народная вуду африканская певица. И я там собираю в саванне просто такие площадя. А сюда я приехала вот изучать украинский аутентичный киевский инструмент, называется ТТ. Те-те? Троещинские тарабуки. Тарабуки, тарабуки, да? Тарабука. Конечно. Девронька, милая моя, я прошу вас что-то исполнить на инструменте те-те. Ну я всего лишь чуть-чуть. Нет, это очень хорошо. Это вполне по-африкански, нет? Я даже не буду спрашивать, что именно сейчас звенело, когда вы сделали вот так вот. Я вам хочу сказать просто, зебра, еще дуют в эти бутылки, извлекают очень... Попробуйте а прямо кстати, сейчас. Мне вот Валевская рассказала, она так на концертах так делает. Вот попробуйте. Валевская, да, только Валевская полная бутылка. К концу концерта уже пустая. Ух ты. Сейчас, если ее оставить, здорово. Будет два дня так стоять. Нет, это бутылку. Очень хорошо да, же. Да, да, это зебра. Ей за это платят деньги. А сочетать, да, подождите, извини, да, а можно личная просьба? А сочетать эти два, ну, музыкальных эффекта? Вот это? Да, то есть, да, и, давай, шинь и немножко... а-та-та, давай. А-ла-ла, ва-ла-ла, а-ла-ла, ва-ла-ла, хорошо. Молодец. Это очень здорово. Молодец. Приняли в музучилище. Нормально. Спасибо, девчонки. Теперь я предлагаю вступить со своей партией, так сказать, сольной партией Евгению. Ну, называется выбор категорий. Как обычно, это религия, животные, персоны, химия, факты, цитаты, кино, традиции, история. И кулинарии уже нету, поэтому нет, я все не могу уже. Опять поговорить нет. Немножечко про тархун. Мне понравилось. Тебя не накормили? То, о чем я знаю, как говорить. Хорошо. Ну, давайте пока я буду говорить о том, о чем знаю, тем более, что денег пока не очень много. Кинематограф. Давайте поговорим про кино. Кинематограф. Мы выбрали категорию кино. Я очень знаю, что говорить про кино, но, по крайней мере, мне это ближе. Ну, давайте, вопрос категории кино. Все так заинтересованы. Что же это? В какой номинации никогда не вручался Оскар? Лучшая хореография, лучший звук, лучшая песня, лучший свет.
Девочки. Так, хорошо, Оскар, тишина. Не вручался. Лучшая песня, Селин Дион. Вручался. Хорошо, так, лучший звук, конечно, да. Лучший свет, ну, наверное, да. Нет? Да? Ну, лучший свет, свет, да, или свет нет? Лучшая работа оператора, да. Лучший свет, наверное, нет. То есть за свет не вручали? Нет. Значит, правильный ответ, а где ты считаешь, лучший свет. Лучший свет. Я принимаю ответ «лучший свет». И «лучший свет» — это лучше, чем лучшая хореография. Правильно! Правильно! Девчонки, я понимаю, что вы сейчас заинтересованы в том, чтобы Женя заработал много денег для вас в втором раунде. Но, пожалуйста, дайте возможность Евгению самому отвечать на вопрос. Тем более, сейчас вы задним числом такие умные, а раньше на этот вопрос три из вас как минимум ответили неправильно. И лишь Лена, Даша, моя жалость, Лена, Зебра и Юлия переходят второй раунд. Трибубова, минор, играет в миноре. А теперь несколько блондинок будет стоять у нас за спиной. Совершенно верно. Мало того, их количество может час от часа увеличиваться и увеличиваться. Сейчас там находятся 4 блондинки, но как только они размножатся до 21 в первом раунде, это означает, что игра заканчивается. Мы считаем твои деньги, да. Заработанные тобой деньги. Сколько блондинок только что нас покинуло? 3. Стоимость ряда была 200 гривен. Но сейчас заработал 600 гривен. Учитывая твои предыдущие достижения в 700, мы получаем 1300 гривен. И продолжаем действовать таким же способом. Нарабатываем джекпот с помощью третьего ряда участия, стоимость которого 300 гривен. Вперед! Номер 32. Маня, к чему такие угрожающие позы? Что угрожающие? Такое? Я встану немножечко по-другому. Вот спасибо так. Тебе так за легче. Это. Спасибо, так намного так легче. Так вам ничего не угрожает, поверьте. Маришенька, раздуй губы, пожалуйста. В смысле, сейчас, эти щеки, подожди. Щеки вместе с мне губами. Мне нужно настроиться. В лучшем смысле этого слова. Да. Нормально? Это так мы спим. Да. А как мы из трубы извлекаем звуки? Давай попробуем мастер-класс. Да. Ты говори, я буду делать. Давай. Сделай губы тонкими ниточками. Давай, давай, давай. Сделай. Напряги их моментально. Вот очень, очень крепко напряги. Присоедини трубу к губам. С напряженными губами дуй. Спасибо. Она не работает. Фонограмма. Лучший друг украинской певицы. Маня, ты знаешь это. Аплодисмент тоже под фонограмму. Номер 33. Алена. Добрый вечер. Привет. Каким ртом ты поешь, каким разговариваешь? Я сейчас продемонстрирую. Давай. О, боже. Не бойся, мальчик, ближе подходи. Бей в барабанчик, бей в барабан. Я очень боялся, что сейчас вот эти верхние губы на голове тоже облизнутся. Тогда я реально сошел бы с ума. Но ничего этого не произошло. Жень, вы знаете их теперь очень хорошо. Достаточно того, чтобы понять, какую категорию нужно выбрать. Подожди, сейчас. Подожди, нет, одну минутку, так, извини. Да-да-да. Мне да, просто интересно, вот Алена играет на черепахе. На черепахе, да. Просто это единственный зверь, которого она может догнать. Догнать, да. Это что-то очень медленное такое. Это уникальный инструмент. Он играет тихо, но очень красиво. Если вы прислушаетесь, вам понравится. Давайте. О. Мало того, Алена, если набрать правильный музыкальный код, черепаха будет откроется, с вами разговаривать. Да, откроется. И покажет это... тайну золотого ключика. Хорошо, мило, очень вы красиво звучите, не считая проблем с трубой. Выбираем категорию. Религия, зверюги, персоны, химия, факты, цитаты. Не из блондинок, я надеюсь, традиции, история. Давайте попробуем традиции. Дици-тра. Дици-тра. Выбрали. Вопрос категории дици-тра. Дали какую-то дурную штуку режиссер, да? Японцы издревле делят женщин на 3 категории. Первая – для продолжения рода. Вторая – для души. А третья – это мужики. Правильно? Значит, третья – просто так. Либо же для измены, либо же для ведения хозяйства, либо же для плоти.
японцы. И их три категории деления женщин. Одна для продолжения роду. Да. Другая для души. Для души. Ну, а третья, ну просто так вообще, зачем нужна женщина просто так, что за ерунда такая? Для господарства? Для хозяйства. Для хозяйства. Ведения домашнего хозяйства, вообще для хозяйства. Не, я думаю, что вообще, в принципе, вести домашнее хозяйство, по идее, может та же, которая детей рожает, не? Как думаешь? Ну, наверное. Они вообще все могут. Ну, наверное, если есть для души, то должна быть еще одна для плоти. Наверное. Я принимаю ответ для плоти. Для японской плоти. Не ненасытной японской плоти. Хаджиме. И для плоти это... Банзай! Правильный вариант. Есть. Есть, хорошо. Кто сыграл в красный крест? А? Ау. Ау, неожиданно. Ау, я перехожу во второй раунд. Только одна Лена, обладательница волшебной черепахи, переходит во второй раунд. Все остальные блондинки со всеми губами, бубнами и трубами удаляются. С репетиции оркестра. Женя, сзади тебя пятерка. Это квинтет, насколько я понимаю, квинтет. Боятся пока совершенно нечего, не считая черепахи. Сколько только что он покинул блондинок? 6 блондинок ушло. Стоимость варианта была 300 гривен. 6 умножаем на 300, получаем 1800 гривен. Складываем с джекпотом 1300, получаем 300. 300, не 300, а 3100. И вот теперь можно вываливать свои инструменты из рук близко. Разглядев Женю стычки на четвертый ряд, я ввожу вас в игру. Скорее к мониторам, стоимость ряда 400 гривен. Номер 25. Янушка, вот честно, я недавно был в цирке. Знаете, там есть такие наездницы. И наездники. У них такое тут навеяло. Просто навеяло. Нет, нет, это так. Вообще, на самом деле, я с детства мечтала научиться играть на саксофоне. Но так как саксофона я не нашла, а еще я узнала ужасную вещь, что для него нужно обрезать свои ногти. Пальцы? Я, как настоящая блондинка, решила выбрать вот этот замечательный музыкальный инструмент. Но это, на самом деле, оказался обычный мини-бар. Вот, в котором можно наполнять виски, колу. А поэтому я играю себе на чем угодно. Номер 27. Среди нас... Здравствуйте. Лера, вы с пустыми руками? Чем вы нам сыграете? Нет, почему? Я вообще неплохо играю на арфе и на кларнете, но больше всего у меня получается на бубне. Если хотите, я могу побубнить немножко. Хорошо, значит, пока вы бубните, Леронька, и ваш бубнёж не заканчивается, можете делать бу-бу-бу, пока Евгений выбирает категорию. Начинайте свой бу-бу-бу, а вы, Евгений, не отвлекайтесь на ее бум-бум, бу-бу-бу-бу-бы. Религия, зверюги, персоны, химия, факты, цитаты... История. Ну, чем девочки занимаются, надо посмотреть. Как надо сражаться, как на своей это территории. Это конспирировка. Они поют, журналист. А здесь путешественница. Путешественница. Я знаю слово. Все? Да. Ну, давайте поговорим тогда про химию, например. И съела нижнюю губу, так сказать. Вопрос категории «Химия» принят. Так. И это вопрос. Вот он уже здесь. Сахар – это бытовое название глюкозы, фруктозы, сахарозы, лактозы. Рифмуются слова все, да? Хороший вариант для песни. Певица Дарья уже думает, я сейчас смеюсь, но на самом деле следующая моя песня. Глюкоза, фруктоза, сахароза и лактоза. Подожди секунду, но здесь есть какая-то какой-то подвопрос, может быть, просто, как-то когда... Что? Чего? Сахар. Но он должен быть, по идее, сахарозой, нет? Но я имею в виду, чисто теоретически, он не должен быть глюкозой, он был бы глюка, а если бы он был фруктозой, он глюком, был бы фруктом. Глюком, да, фруктом, а если бы лактозой, он был бы лактом. Лактом, лактом. Но, а раз он может сахар, быть. То, наверное, он... Из сахарозы. Сахарозы, нет?
Вы знаете, у меня по химии была двойка, иногда кол, у меня была очаровательная, кстати, блондинка-учительница, звали ее Ирина Владимировна, она была мастером спорта зондеркласса по бальным танцам. Я был в нее абсолютно влюблен и за ней ухаживал. Тройки получил только потому, что, видимо, я как-то демонстрировал свою эту вот привязанность. Танцевальное умение. Только, ну да, или танцевальное умение. Поэтому я не представляю, я иду просто по простой логике. Ну, наверное... Сахар, сахароза, да? Да, танцевались до сахарозы. Сахароза, я принял вариант. Из сахароза. Это очевидный вариант. И очевидный вариант не всегда. Правильный! Правильный вариант! Кто из вас никогда не столовался в кафе с академиками? Дарья. Дарья. И Дарья тоже. И только обладательница колокольчика, Анна Колокольчикова, звонит нам во втором раунде. Спасибо, Аннушка. Все остальные участницы покидают репетиционную площадку. Пока. Сзади продолжают скапливаться блондинки, они собирают музыкальные инструменты. Не факт, что все это будет строить и сочетаться друг с другом, но в настоящий момент находится 6 блондинок сзади тебя. Сколько блондинок нас покинуло? 6 блондинок ушло, стоимость ряда была 400 гривен, 2400 гривен сейчас заработок Евгения, и был джекпот 300, и стал джекпот 5500, и были слезы, и были овации, и были блестящие глаза, и пятый ряд вступил в игру, стоимость которого 500 гривен. Прошу вас, с правой ноги! Женя, ну, давай. Я хочу познакомить тебя. Так? С гордостью Украины. Номер 17-м. Это обладательница фамилии Розумная. Здравствуйте. Здравствуйте, наша бандуристка. Так как я блондинка, я сама ничего не делаю. Я делаю все со своей подружкой, она моя подставка. Это Танечка подставка. Ну что ты глупый? Ну что ты сказала? Ну что ты, какая тебе подставка? Какая же я подставка? Танечка, хорошо, Танечка, подожди, девочки, все. Я прошу вас, не подставка и не подножка. Я помогу тебе, подержать бандуру. Я иду. Хорошо, да, действительно. Ну куда просить уже действительно скромного банкира? Леночка, поставьте меня правильно. Как нужно держать бандуру? Присядь. Присядь. Вот так вот, да? И пусть она тоже очень сядет. Неудобно. Кто еще сядет? Кто должен? Мы вместе должны сесть? А, да. И держи ручки. Вот так. Вот так вот, да? Да, чуть повыше. Повыше, вот так, нормально, да? Я же не вижу ничего. Я, вернее, вижу, нормально, но это неинтересно. Нормально, нормально, я вижу, я тебе расскажу потом все. Женя, мы хотим спеть вам наш гимн. Жень, я тут. Я буду петь. Ой. На самом деле. Я умею озвучивать бандуру. Да. Я никогда... Это очень быстро закончилось. Спасибо. Пожалуйста. Я зайду в банк. Конечно. Как-нибудь при встрече. Прынагидно. Значит, умная и красивая, и певучая, и могучая, и все это ты, Лена Разумная. Спасибо большое, блондинка. Номер 17, Лена. Номер 18, Лена, есть Наташа Валевская с бубном. Это такая фамилия полная. Мы называем просто Наташа Валевская. Проще. Да. Наташа Валевская. Ну что, цыганочка, медведей у нас нету? Нет, нет, нет. Ну... В принципе, инструмент интернациональный, да? Еще я умею играть на сопилке, на гитаре, на фортепиано, на бутылке, как вы могли уже узнать. Давайте остановимся на бутылке, Наташенька. Если что, берите мастер-класс. Наташенька, мы обязательно воспользуемся возможностью, вы научите нас играть на бутылке. Сложнейшие фуги и токаты. Женя продолжает играть на ваших неправильных ответах. И на правильных, я надеюсь, своих. Выбираем категорию вопроса. Религия, звери, персоны, факты, цитаты, история. Но тварины — это не обязательно звери, это просто создание Божье, не люди. Создание Божие. Да. Ну давайте поговорим о религии тогда. Да? Про создание Божье поговорим с вами о религии. Исповедь начнем с Тани Банкира. Что я делал, прикрывшись бандурой?
когда ваши руки лежали у меня на плечах. Ладно, хорошо, мы заканчиваем лучше, эту исповедь. Лучше, да, мы останемся в неведении. В неведении, да, хорошо, вопрос. Зависть, опять-таки, мне не даст работать потом. Ну зачем? Вопрос в категории религия. Как в индуизме зовут бога любви? Бога любви в индуизме. Значит, есть... Кама, Шива, Сутра и Лакшми. Лакшми, Сутра. Окей. Я так думаю, что, учитывая то, что наука о занятии любовью и обо всем, что связано с любовью и сексом, называется Камасутра. Сутра – это типа сутра, мантра – это молитвы. Некое упражнение, значит, кама, да. Это должен быть в индуизме бог любви. Ну, чисто теоретически. Чисто теоретически. Бог любви кама. А ведь я принял этот ответ. Принял этот ответ кама. Принял. Как много вариантов для названия этого бога? И Ира, и Сашенька, и Танечка, еще одна Сашенька. Но правильный вариант только один. И Женя Стычкин дал нам правильный ответ! Правильный! Ура! Кто радовался меньше всех, уходит однозначно, да? Неужели мы не услышим больше бандуру во втором раунде? Леночка. Я не знаю. Неужели вы не порадуете, Наташенька, нас бубном, плюшевыми нотами из плюшевой гитары? Кто уходит? Только одна Сашенька покидает нас, все остальные изданы Камасутры. В составе 6 человек мега-блондинок переходим во второй раунд! Сколько блондинок ушло? Ушло. Одна блондинка ушла, всего-навсего 500 гривен. Ничего страшного. У тебя же до этого тоже были деньги, 5500. И сейчас круглая сумма, и легко запомнить, 6000 гривен. Давайте же мы испортим округлость этой суммы. Давайте же добавим углы и острые грани в наш конфликт. Мужского и женского 6-й ряд. Вступайте в игру, стоимость ряда 600 гривен. Номер 11. Визажист Юлия. Здравствуйте. По-моему, скрипки в ваших руках не увеличиваются, а уменьшаются. Я не буду играть расстроенной скрипкой на ваших нервах, именно потому, что я сегодня в образе музы. Но хочу вам дать совет. Деньги не портят мужчин до тех пор, пока есть девушки, которые снимают эту порчу. Удачной вам игры. Снимаю. Точка порчу. Спасибо. И номер 15. Нас с нами присутствует... Наша плакучая ивушка. У вас березки, у нас плакучие ивушки. Это Элизабет. Элизабет, у тебя в руках, как называется этот странный предмет? Прошла любовь, осталось только это. Спасибо, Элизабет, за это. Да. Это на самом деле музыка дождя. Вы слышите, какой звук у него? Ага. Конечно. Вот так. Элизабет, это палка дождя называется, даже, да? Захотелось... Хорошо, только не сядь в лужу. Зонтик раскрывай, не сядь в лужу, выбираем категорию. Помним, что среди нас тут есть даже визажисты. Факты, цитаты, истории, персоны. Ну, давайте поговорим о персонах, например. Как поговорим говоря. О персонах. Вопрос категории персоны. Прекрати камлать и вызывать дождь. Персоны. Вот ей тоже скажешь, она сделает наоборот. Извини, я сейчас немножко задумался, все пропустил немножко. Так вот, что вызывает дождь. Вот так вот. Да. Не знаю, дождь не пошел, а мы уже с тобой ты очень можешь влажные. Можешь зачитать, да, конечно. В этот раз я сейчас... Кому принадлежит афоризм, высказывание? Секс – это очень плохая вещь, из-за него мнется одежда. Из-за секса. Mm-hmm. Раздеваться не пробовала это кто-то? Этот кто-то. У нас есть Жаклин Кеннеди, у нас есть Иоанн Павел II, Коко Шанель и Виктория Бекхэм. Виктория Бекхэм мне ничего подобного никогда не говорила, поэтому ее, я думаю, что можно из этого списка исключить. Что касается Иоанна Павла II, то вообще не думаю, что он говорил что-нибудь подобное кому бы то ни было. Да. То есть нет, может быть, он говорил что-нибудь подобное, но вряд ли это кто-нибудь записал и смог бы донести до наших дней. Жаклин Кеннеди. Понимаю. Я выбираю между Коко Шанель и Жаклин Кеннеди, но давайте выберем... Нет, что?
Давайте выберем Жак... Сделайте еще раз вот эту вот вещь. Нет, все вместе, если можно. Жаклин Кеннеди. Жаклин Кеннеди, я принимаю этот ответ. И этот ответ, Женя. Спасибо. Опять правильный! Ну хорошо, да как все складывается, ты для Евгения Стычкина. Девочки, ну вы-то не повторяете, блин, такую глупость, да? Вы же знаете, что подобное мог сказать только невменяемый человек, но такого варианта не было. И кто-то очень долго пытался сообразить, какой же вариант выбрать. Все, кроме Юли и Лены, которые переходят во второй раунд. Спасибо, Наталка Харпа. Возглавляет участник шестого ряда, покидающих нашу игру. Спасибо, Элизабет. Чудесно, чудесно. В зале нас 14 девушек. Здесь осталось всего-навсего 7 свободных пюпитров. Сколько девушек сейчас нас покинуло из шестого ряда? 5 девушек нас покинуло. Потому что из ряда было 600 гривен. Значит, сейчас Женя зарабатывает 3000 гривен. Учитывая, что у тебя было 6000, по-прежнему круглая сумма 9000 гривен. Ну вот она, встреча российских граждан, наконец-то состоялась, благодаря тому, что представительница Российской Федерации есть в седьмом ряду. Седьмой ряд вступает в игру. Стоимость ряда 700 гривен. Прошу вас. Номер 4, Васенька. Скажи мне, пожалуйста, ты ведь без балалайки-то бы не узнал меня, правда? Нет, конечно, мы же договаривались. Видишь, балалайка сразу в Российской Федерации. Балалайка, да, вот Вася есть сразу. Конечно, конечно. Так. Ладно, у нас еще есть музыканты, номер 8. Настя, что у тебя в руках? Вообще-то гитара. Я в музыкальной школе играла на виолончели, но я ее не принесла. А моя доченька презентовала мне гитару. Классная штука, слушай, даже заморачиваться не нужно. Даже струны не нужны. А так волосы там придет. Гусли самогуды! Прекрасно, как в сказке. Не хочу видеть вот это одна палка, два струна, Тонечка. Подождите, вы сыграете, надеюсь, на во втором раунде. Давайте же переведем вас туда с помощью Жени, который выбирает категории. Есть тварины, факты, цитаты, истории. Цитаты, истории, тварины, факты, цитаты, истории. Женя, смело выбирайте любую. Они все равно все знают. Вот честно. Да? Да, любую. Вот сейчас берите любую. Ну, давайте... Долго не думай. Давайте поговорим об истории. История. В конце концов, об этом говорить интереснее. Хорошо. Итак, выбор истории. В Древней Индии сигналом «слушайте все» был рев буйвола, призыв трубы, стук барабана, либо же свист специально обученных людей. Рев буйвола, труба, что-то там трубило. Рев буйвола, ну представь себе, да, вот слушайте все, и надо буйвола за что-то специально дергать, буйвол, наверное, да, специально обученного буйвола калашматить, и он будет реветь. Нет, это, наверное, вряд ли. Призыв трубы. Хатхи объявил водяное перемирие. Призыв трубы, ну... Как-то это. А потом у нас сегодня труба вообще ни разу не работала, ни одна. Трубил, да. Я думаю, что это некая для меня должна быть некой подсказкой, что, видимо, это и не труба. Стук барабана. Ну, в общем, когда думаешь об Индии. Это что у нас? Что? Подожди. Это стук барабана, есть у нас такой вариант. В Индии. Стук барабана. Чисто теоретически это возможно. Свист людей. Свистящие люди. Это очень грубо, по-моему, в программе для девушек, которая и о девушках, когда свистят, они не оборачиваются, они знают, что это моветон. Ну давайте поколотим барабаны тогда, мы же в Индии. Хорошо, стук барабана. Я принимаю ответ, стук барабана. Несмотря на то, что Василина извлекала из балалайки рев буйвола, несмотря на то, что Анита смотрит на кого угодно, кроме... как на героя и на ведущего. Несмотря на то, что Виолетта могла бы сейчас позаклинать змей, как это водится в Древней Индии и в современной тоже, стук барабана — это... Правильный ответ! Женя, молодец! Молодец! Женя, молодец!
Я буду кричать еще громче. Разве это, в принципе, возможно кричать громче? Но если сейчас все 7 девушек уйдут, и они не знали, что стук барабана — это правильный ответ на вопрос. Как, по-вашему, в Древней Индии привлекали внимание? И обозначали фразу, слушайте все. Кто считает по-другому? Многие, кроме Насти, Ксении и Васи! Тебе не будет скучно играть с ними во втором раунде. Прошу вас, девушки! Все остальные покидают нашу игру. Идите, тренируйтесь с буйволом, учите его плохому. Женя, все, уже легче, уже намного легче, потому что, смотри, здесь 4 свободных места. Полякова даже при всей своей масштабности в длину, мы никогда не позволим лечь по горизонтали и занять все 4 места. Это не произойдет, просто мы ее немедленно поднимем. Поэтому ты уже во втором раунде. Самое главное понять, с какими именно деньгами ты туда переходишь. Ты сейчас заработал к своим 9 тысячам некие деньги. Нас покинуло 4 блондинки, стоимость ряда была 700 гривен. Ты заработал 2800, приплюсовываем к девятке, получаем 11 800. 500 гривен. Но ведь нельзя останавливаться на достигнутом. Нет, я чувствую, что у меня нет просто варианта остановиться. У нас есть 100 блондинка, которая может увеличить твой джекпот вдвое. Это Оля Полякова. Женщина в красном. Здравствуйте, Женя. Полякова. Здравствуйте, Андрюша. Здравствуйте. Знаете, я пока там стояла, кто-то спер мой аккордеон. Он сам ушел. Я хотела вам сыграть на нем, но у меня не получилось. Для того, чтобы ты смог сейчас увеличить свой джекпот, тебе мало того, что нужно правильно ответить, нужно выбрать категорию, в которой, по-твоему, девушка, которая позиционирует себя как супер-блондинка, дала неверный ответ. Только в этом случае твой джекпот увеличится вдвое. Гипнотизируйте меня. Осталось всего-навсего 3 категории. Это зверюги, факты и цитаты. Супер-блондинка. А профессии нет никакой? Это и есть профессия. А, окей. Как я мог ошибиться? Дурацкий вопрос задал. Чисто теоретически с животными, наверное, у вас все в порядке. Давай про животных, да? Да. Не, но... Да, у меня на даче живут 3 козы. Здорово. А у меня... Ну, все равно мне не стало. А бог с ним. Ну, давай, вот хорошая категория. Раз уж о козах заговорили. И о козах поговорим и далее. Да, и продолжим, да. И тоже козий вопрос будет там. Давайте поговорим про коз. Зверюги. Хорошо, зверюги. Тварыны. Категория выбрана. Выбрали категорию тварыны. Вопрос. Сколько коз живет на даче Поляковой? Опять-таки, я на этот вопрос, кажется, знаю. Сколько пальцев у кошки? Есть у кошки 4 ноги. 4 ноги. И позади у нее длинный хвост. А также пальцы есть у кошки 18, 24, 20, 12. Подожди секунду. Но... А у нее может быть сколько-нибудь, кроме 20? Нет, я просто никогда об этом не задумывался. Ты никогда не пересчитывал пальцы кошкам? У меня даже были кошки. Посчитайте. У них... Полякова. Нет, остаются... Мы у кошек пальцы считаем. Подожди, остаются от них, когда показывают это, кец или, знаешь... Отпечатки. Отпечатки, там 4, наверное, дырочки. Но ведь это кино. А, ну, наверное, у них 5, у всех 5 пальцев. Кошка, кит... И мы с вами, одинаковые, Оля, да? Устроены практически одинаковые. У нас обязано быть ориентировочно 20 пальцев и 20 когтей, соответственно, на каждом должно отдельно быть, взять. Но это все-таки кошки. Какой же все-таки твой ответ? Значит, логика мне подсказывает так. Если бы их было 20, то не было бы такого вопроса. Если бы их было 24, то на каждом пальце было бы, на каждой ноге было бы слишком много, это было бы неестественно, мы бы это заметили и знали бы. Если бы их было 12, то их было бы слишком мало. Кошка тогда инвалид. Мы это тоже знали. А 18 мы могли провтыкать и не заметить, что там не хватает 2 пальцев. Значит, наверное, 18 пальцев. Я принял ответ 18, и ответ 18 – это правильный ответ! Но это полдела. Полдела. Сейчас нужно выяснить, зачем Полякова пришивает кошкам по одному пальцу. Или же нет? Полякова! 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 Дает неправильный ответ! И джекпот Евгения Стычкина становится в 2 раза больше! А Полякова не переходит во второй раунд и покидает нашу игру! Первый раунд завершен, продолжим наше шоу!
незабаром. Уж вы почекайте. Женя Стычкин, в первую очередь актер. Хороший актер, нужно просто поставить грамотно актерскую задачу, и он делает все возможное. Я сказал, Женя, ты редактор нашей программы. Автоматически знаешь ответы на все поставленные вопросы. Значит, у участниц второго раунда просто нет шансов. Итак, Женя, против тебя здесь играет 17 блондинок. 17 женщин в красном, которые претендуют на твой увеличившийся джекпот 23 600 гривен. На моей памяти это самый большой джекпот в нашей программе. Я могу говорить, что что-то будет, но точно один из самых больших. Рассказывай о правилах второго раунда. У тебя будет всего-навсего 10 вопросов. Ты можешь ошибиться лишь 3 раза подряд, но делать этого не нужно. Каждый раз на экране появляются 3 вопроса. Ты выбираешь один вопрос для девушек. У них есть 10 секунд для того, чтобы с помощью фломастеров ответить на этот вопрос. И когда заканчивается 10 секунд, ты получаешь 4 варианта ответа. Ты выбираешь правильный вариант. Я надеюсь, что ты выберешь правильный вариант. После этого начинается самое интересное. Ты называешь номер девушки, которая, по-твоему, дала неверный ответ на предложенный тобою вопрос. Если это так, девушка покидает нашу игру. Если мы находим девушку, которая дала правильный ответ на вопрос, она остается, и процедура повторяется снова и снова и снова. Выбираем первый вопрос из 3 для блондинок. Начнем второй раунд. Итак, вопросы. Первый. У якій країни знаходиться найпівденніше місто на землі? Яку назву має передня частина театральної сцени і як дослівно перекласти з французької шансон? Ну, давайте, наверное, номер один. Вопрос номер один. Вопрос номер один, блондинки. У якій країні знаходиться найпівденніше місто на землі? Ой, девочки. 10 секунд начались, і вопрос був не «какой девочки», произнесений шепотом, а вопрос про найпівденніше місто на землі. 10 секунд, зебронька. Если что, копытца и все. Давай, отложили фломастеры все. Женя Стычкин получает варианты ответа на этот вопрос. Самый южный город Земли. Страна, где он находится. Чили, Австралия, Аргентина, Эквадор. Я думаю, что это Аргентина. Думаю. Аргентина. Думаю я. Думаешь ты. Ну, продолжаешь так же думать, да? Ну, пытаюсь так продолжать думать. Ну, когда ты закончишь думать, ты скажешь, черт побери, Андрюха, это там... А что я думаю? Черт побери, Андрюха, это же Аргентина! Нет? Аргентина. И я принимаю вариант Аргентина. Аргентина находится в Латинской Америке. Латинская Америка, ну, такая вытянутая, да? Такая, вниз она пошла. Там идет, в смысле, в южное, да, в южное. Вот она пошла, Аргентина. И... вот она почти дошла до низ, да? Там находится мыс Горн, да, вроде бы, да? Но есть и Австралия, рядом с ней есть Новая Зеландия. Тоже они достаточно южным образом расположены. Новой Зеландии в вариантах не было. Так что же, это правильный ответ? Аргентина-то. Ну, а что мне делать-то? Я уже его принял. Уже принял. И Аргентина – это правильный ответ! Ну, нормально, нормально. Аргентина, хорошо. Ну, теперь начинается оно. А теперь немножечко игры в покер. Да, 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 да. Вскрываем. Кого? Называй номер. Номер 41. Номер 41. Покажите свой вариант ответа. Так и написали? Итак, под звуковым кодом... Нет, просто ОО чуть-чуть севернее. Расположена страна... Новая Зеландия! Спасибо большое. Я думаю, что вы сейчас начнете волну увлечения Новой Зеландии в нашей программе. Итак, блондинки, кто же напишет словосочетание «Новая Зеландия» красивее, чем номер 41? Главная интрига, по-моему, сейчас. Зебра не хочет на нас смотреть, действительно. Номер 43. Номер 43? Так долго писали. Что же мы так долго писали? Там бред один. Ну, показывайте ваш бред один. Один? Может быть, там много бреда. Новоземлямлимлямлямляндия. Спасибо большое. Новоземлямляндия. Мила. Что дальше? А я что, это Женя называешь? У меня... Ну... Это... Очень трудно с женщинами играть. Я чувствую себя неловко, если я действительно стараюсь. Ну, наверное, номер 39. Ужасно.
Ужасно! Что ж такое? Новая Зеландия! Новая Зеландия! Продолжается соревнование «Напиши Новая Зеландия» максимально красивым способом, как я и предположил в самом начале. Что такое? Она же говорит, давай, Юля, я же из Аргентины, у меня все, у меня же роза в волосах. Юлия. Я танцую танго. Юлия. Номер 37 пусть покажет, да? Да, номер 37, номер 37. Наверное. Давайте, Юленька. Новая? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Это очень честно зато. Я куплю себе веночек. Как-то так уверенно на меня смотрит Алена. Евгений, давайте номер, чтобы не путаться. Ну, давайте, давайте номер 35. 35. И... Оп. Новая Зеландия! Хорошо! Прекрасно! Нет, ну а что, мне, давайте я сейчас, знаешь что? А давайте я просто сейчас тыкну как-нибудь в другую сторону. Не надо тыкать. Нет, я тыкну в другую сторону. Куда? Потому, сюда? Да, нет, ну куда-нибудь. Ну просто потому что это нечестно, они явно там друг у друга подсматривают. Ну, номер 8. Настя, номер 8. У меня другая страна. Женечка, но вы настолько приятны. Старая Зеландия? Нет. Вы настолько приятные, позитивные и притягательные, что мне вот совершенно не горько вам проигрывать. Австралия! Спасибо Настя, спасибо. Итак, кто следующий? Ну, давайте нам номер 16. Номер. Знаете, к сожалению, я не знала правильного ответа, поэтому я дарю вам этот букетик. Букет. Что это? А, это великолепный букет. Я думал, это отпечаток шестипалой кошки из первого тура. Спасибо, очень милый букетик. Хорошо, что там нечетное количество цветов. Объясняю, что у нас же сегодня делать, праздник. Если никто не знает тогда, что? Как я буду дальше процедура говорить? Длится до тех пор, пока здесь не останется три блондинки. Как только здесь остается три блондинки, ты заработал свой джекпот. Как минимум. Какая жесть. Об остальном поговорим, когда здесь действительно останется три блондинки. Хорошо, номер 19. Саша. И в Украине мрии, в краине мечты, говорит она нам. И хотелось бы, вот хотелось бы признать этот ответ правильным. Но я никогда не мечтал об Аргентине. Номер 20. Номер 20, ой. Я уже начал. Не знаю, я там не была пока. Я там не знаю, не была пока. Впереди. Но я там окажусь наверняка. Ведь это Таня Коробочка. Йоу! Спасибо, Танюша. Спасибо. Номер 23. Новая Зеландия? Ну вы что, издеваетесь над нами, что ли, Аня? Вы издеваетесь над нами? Нет. Ну писали бы уже что угодно. Спасибо большое. Южный город Земли самый. Не знаете, где находится. Номер 18. Хорошо, что ты не знаешь наших певиц. Ты покусился на святое. А. Южный город Земли, считает Наталья Валевская. Стройте там этот город, если его нет. Я думаю, не мешайте. Я продолжаю думать. Не отвлекайте меня своими дурацкими хлопками. А заметил, они обменялись вот этим таким бум. Бум. Передала эстафету, мне кажется, просто. Это же эстафет. Номер 9. Номер 9? Ну. Неужели сейчас все забагровеет? Правильно! Я там живу! Город на одного человека! На Елену Багрову! Спасибо, Лена! Самый южный город. Уже южнее не будет-то, да? Прям на полюсе. Здесь будет город сад. Хорошо. Тают блондинки, осталось пятеро. Две уйдут, и все. И приехали. Да, это звезда плейбоя. Ты видишь, она всячески говорит себе о том, что не надо. Я способна на многое. Да. Хью Хефнер держал меня у себя 10 дней. Продержался. Был бы помоложе, продержался бы всю оставшуюся жизнь. Но где он теперь? Старикашка до сих пор трясет песком из себя. После знакомства с нашей Ирой. Ну и что же мне делать-то, господи? Вот номер 11, намекаешь? Номер 11! Америка! Страна Америка! Как же мы теперь с вами расстанемся?
Но написали Южная Америка, я бы еще засомневался. Что? Женя, здесь осталось 4 блондинки. Если ты сейчас найдешь ту, которая дает правильный ответ, я дам тебе искусать свои локти. Твои не дам. Ты будешь все время помнить о том, что был в единственном шаге от окончания второго раунда программы и не сумел его закончить одним метким, ловким выстрелом по блондинке. Выстрелом залпом своего интеллекта, я имею в виду. Итак, кто? Вася, Ксения, наша бандуристочка или же наша плейбасисточка? Номер 4. Номер 4. Земляков. Да? Землячку. Да. Южная Америка! Нет, у меня сработали трудности перевода просто. Я подумала, какой континент сначала. Поэтому... Это все, да, lost in translation, спасибо. Да? Спасибо. Женя, я желаю вам выигрыш. Спасибо большое. Если уж я подвела, вы не подведите. Я буду стараться. Спасибо большое, Вася. Спасибо большое. Здесь остается лишь один гражданин России. Его зовут Женя Стычкин. И 3 блондинки, которые встречают Женю Стычкина. Но, впрочем-то, уже встретились. Может быть, Женя не встречает тебя в 3-м раунде нашей программы. Я говорю об этом как уже о свершившемся факте, либо же не встречает. Ты сейчас должен решить. У нас есть сейчас твой джекпот. Это 23 600 гривен. Ты можешь прямо сейчас... Ты можешь сейчас забрать эти деньги... Можешь сейчас забрать деньги, забрать джекпот, и на этом все закончится. Ты не сможешь нырнуть в волшебный океан страстей звезды Playboy, не сможешь научиться играть на бандуре, или же не сможешь украсить свой интерьер внутренний воспоминаниями об общении с Ксенией Кузьменко. Ты заберешь эти деньги. Так. Но ведь ты можешь забрать 50 тысяч гривен. Так. И при этом бандура, интерьер... И, ну, все это немножко все еще как можно дольше останется в твоей жизни. Либо 50 тысяч гривен для тебя, либо ничего. Ну, так, ну, наверное, либо 50, либо ничего. Тем более тогда я дам еще один шанс барышням. И хоть на йоту буду джентльменом. Мне и так очень странно все время... Главное правильно поставить вопрос. Либо 50 тысяч, либо ничего. Евгений Стычкин. Это наш герой, который продолжает держаться, оставить мужскую часть всего населения. Нашей бывшей необъятной родины, говорю, в Советском Союзе, потому что Женя из России. Он играет в 3-м раунде. Секретные нанотехнологии Евгений Стычкин ворвался в нашу программу. Но пока Женя переводил 50 тысяч гривен в рубли, я воспользовался этим замешательством, предложил ему игру в 3-м раунде. Все сложилось. Назвался груздем. Полезай выбирать вопросы. Блондинки, я напоминаю на всякий случай правила 3-го, последнего раунда. Сейчас появятся 3 вопроса на экране. Нужно будет дать один единственный вопрос этим 3 блондинкам. После этого у них будет 10 секунд на все про все. Они пишут свои варианты. И ты выбираешь потом правильный из 4 вариантов. Так вот, если ты выберешь неправильный вариант, Женя, твой джекпот достается им. Если ты выберешь правильный вариант, хотя бы одна из них тоже пишет правильный вариант, твой джекпот опять-таки достается им. И только в том случае, если ни одна из них не даст правильный ответ, а ты дашь правильный, тебе достанутся 50 тысяч гривен. А я могу сам придумать вопрос? Нет? Нет. Ну, как вариант. Можешь, они будут на него отвечать, и это будет просто милая беседа. Да. А игра состоится только с теми вопросами, которые уже появляются на экране. Итак, вопрос. Первый. Назву якої збірки Бокаччо перекладають українською як «Десятиденка»? Яку назву має передня частина театральної сцени і як дослівно перекласти з французької «Шансон»? Давайте, наверное, первый вопрос. Они же советуются. Итак, блондинки, назва якої збірки Бокаччо перекладають українською як «Десятиденка»? Разумная. Это же разумная, а не смешливая. Все-таки сейчас в 3-м раунде. Это же больше разумная даже. Даже не бандуристка. А часики уже оканчивают тикать. Все что-то лихо понаписывали, лица счастливые. А Женя зато знает без вариантов правильный ответ на вопрос. Правда, Жень? Да, я думаю, что его знает и разумная, безусловно. Ты должен дать... Тебе нужны варианты ответа? Нет, нужны. Наверное. Нет, ты без вариантов готов назвать правильный ответ? Ну...
Готов ли ты? Наверное, ты меня пугаешь. Ну нет, дай подожди. Мне варианты. Ответа. Варианты, пожалуйста, варианты. Да не давай, не давай. Я думаю, что я могу ответить, но. Ну вот ты, ну как же, мы же знаем совершенно это. Декамерон, Сатирикон, Паноптикум, Пентагон. Декамерон. Декамерон. Я принимаю ответ Декамерон. Дека 10. Тише, 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 разумная. Тише. Боже. Декамерон, это неправильный ответ. Это неправильный ответ. Вы че? Разумно меньше страсти. Тише, разумная. Евгений Стычкин проделал тысячекилометровый путь для того, чтобы увидеть девушку, которая оправдывает свою фамилию. Ну. Номер 17, показывай. Декамерон, Ксюша, показывай. Декамерон, показывай. Хорошо, танца достаточно. Итак, подразделение звезды Плейбоя. Блондинки забирает джекпот Евгения Стычкина. Женя, это же очень это хорошо. Финал, это хорошо для них. Ну что ж, давайте прощаться, остальные аккорды в выполнении нашего оркестру «Вид Гремилы». Можете починати рахувати хвилини до нашої наступної зустрічі рівно за тиждень на новому каналі. І коли я голосно скажу, ми починаємо розумніше шоу.